У этой картины прямая линия взята из Дамаска в Кадьян, чтобы показать, что Кадьян расположен точно на восток от Дамаска. Святой пророк ислама, мир и благословение Аллаха ему сказал, что Мессия появится на востоке. Цитата из книги хадиса Ибн Маджа. Святой пророк ислама, мир и благословение Аллаха ему сказал, Махди будет опускаться недалеко белый минарет, расположенных к востоку от Дамаска. Цитата из книги хадиса Муслим. Второе пришествие Иисуса предсказано в Библии с востока. Ибо как молния приходит от востока и светит даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. От Матфея 24:27. Основатель Ахмадийского мусульманского сообщества, обещание Мессии и имам Махди, Хазрат Мирза Гулам Ахмад, мир на него, говорит в своей книге «Китабуль-Бария». И это тоже закреплено в качестве много слов о том, что Мессия будет появляться на восток от Дамаска. Разве фактически Кадьян не к востоку от Дамаска?